Всем привет! Привет! Меня зовут Алекс. Сегодня мы будем открывать Цумцум. А Цумцум – это фигурки, которые не просто можно коллекционировать, но еще и строить из них целые башни. И здесь, как и во всех коллекциях, есть редкие фигурки и суперредкие, вот такие вот золотые. Здесь у нас две фигурки. Эта фигурка похожа на Шархана, а это, мне кажется, из Зверополиса, вот этот маленький лисенок. Вот, видишь? Сейчас мы откроем и прочитаем, как он называется. Открывай. Здесь есть такой милый вкладыш. И сейчас мы узнаем, как называются эти зверьки. Ушастый этот зверек называется финик. А где же тигр? А тигра зовут Раджа. Раджа – это ручной тигр принцессы Жасмин из сказки «Аладдин». Ну, теперь нам осталось открыть пакетики. И Даник открывает первый пакетик. Так, что же там попалось ему? Что это, карточки? Кит. Тебе попался кит. Обалдеть. Данику попался вот такой вот кит. И как же его зовут? Этого кита зовут Байли. А здесь Данику попались вот такие вот смешные наклейки. И Симба. Эти фигурки мягкие. Классные, классные. Давай посмотрим, что тебе попалось в следующем пакетике. И Даник переходит к следующему пакетику. Кто же ему попался здесь? Кто это? Кто это? Найдем, как называется эта фигурка. Ой, а это же Тимон. Он действительно похож на него. Тимон из мультика «Король лев». А здесь у Тимона такие лапки смешные маленькие. Такой класснючий. Здесь Данику также попались наклейки. Вот. А это Робин Гуд, по-моему. Ну что, Даник, у нас остался с тобой последний пакетик. Что же попадется нам там? Ты думаешь, Маугли? А мы сейчас узнаем. И в последнем пакетике Данику попался вот такой вот китенок. Его зовут Дестини. Ну, может быть, это правда не китенок, а взрослый кит. И зовут его Дестини. Вот такой вот он пятнистый. Также здесь есть прикольные наклейки. Попробуем что-нибудь из них построить. Насколько большую башню из них можно построить. Красота. Если тебе нравится коллекционировать, смело ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока. Пока!